Ислам. Dos. Мы говорим о пророке, саллаллаху алейхи вассалям. Мой вопрос такой. Что бы вы сделали, если бы получили возможность встретиться с пророком, саллаллаху алейхи вассалям? Знаете, муфти Менг знает, у меня есть правило. Я не люблю выступать перед шейхами, учеными, подобно моим учителям. Они точно так же проявляли уважение к своим учителям и предпочитали молчание разговорам. А уж тем более, если это касается разговоров или действий перед пророком, саллаллаху алейхи вассалям, думаю, я бы просто находиться в его присутствии — это уже большое счастье само по себе, и это большая честь. Дай Аллах нам всем встретиться с ним. Амин. Муфти Исмаил, прошу вас ответить на этот же вопрос. Но он же ответил. Машаллах, он сказал, что он некомфортно себя чувствует. Он всегда говорит мне, когда я говорю, пожалуйста, не сиди передо мной. Он всегда просит об этом. А сегодня, когда я выступал, он сам сидел передо мной. И хотя в зале свет был приглушен, его голова блестела. Машаллах. Шейх, а ваша голова прикрыта, поэтому вашу блестящую голову не видно. Не выдавай мои секреты. Хорошо, машаллах. А теперь немного серьезней. Баракаллаху фик. Я думаю, это будет потрясающе. Встретиться с Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, на самом деле мечта, одна из моих главных целей. И я уверен, это произойдет, иншаллах. Для всех нас. Прошу Аллаха даровать нам это. Это будет потрясающе. И я думаю, мне нужно дождаться этого момента, чтобы посмотреть, что произойдет дальше. Дай Аллах нам облегчение. Это все, что я скажу. Устаз Вахадж, этот же вопрос я хочу адресовать вам. Мне уже задали этот вопрос на Филиппинах неделю назад. Мне и устазу Ваилю. И этот вопрос волновал меня всю неделю. Что бы я сделал, если бы встретил пророка? Саллаллаху алейхи вассалям. Думаю, я был бы очень смущен. Искренне так думаю. Что же мне делать перед пророком? Думаю, я хотел бы смотреть на него, но стеснялся. Хотел бы обнять его. Но где я, а где он? Прошу всемогущего Аллаха воскресить нас с ним. И прошу Аллаха даровать нам удовольствие быть с ним рядом и видеть его. В одних стихах говорится, «Печаль не покинет мое сердце, пока не получу благую весть о рае, пока не получу в правую руку книгу деяний, и не увидевшись с пророком, глаза мои от радости не засияют». Прошу всемогущего Аллаха воскресить нас вместе с пророком. Аминь.